Сегодня отзначается Международный день кино. С этой нагоды в Гомельской областной библиотеке имя Ленина отбылась встреча актеров театра и кино Алексея Бычкова и Натальи Задориной с молодым поколением гомельчан. Это мероприемство стало завершением проекта «Год культуры» у библиотеки. На протягу 2016 года его удельниками стали около 200 студентов и наученцев. Для их проводили встречи с ведомыми гомельчанами, мастаками, фотографами, артистами. Завершальной стала встреча с актерами, которые снимались у таких российских сериалах, как «Каменская», «След», «Особливый выпадок». Навученцам профессийного лицея будовников Алексей Бычков и Наталья Задорина рассказали про особливости работы на сдымочных пляцовках, отказали на питании и продемонстрировали фрагменты фильмов, у яких брали удел. Даже в канун такого большого праздника, как Новый год, мы имеем возможность отпраздновать и Международный день кино. Это совершенно замечательно, тем более, что с кино мы все почти связаны, смотрим, никуда от этого не деться. Поэтому как можно больше креатива, творчества в жизни должно быть. И мы сами должны быть организаторами собственного праздника. И сегодняшний, в общем-то, этот день, это, по сути дела, ну, конечно, наша совместная инициатива. Улыбайтесь, господа, и создавайте праздник.